В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская военная полиция приступила к совместному структурному патрулированию жителей британского города, которые подверглись немецкой бомбежке. Одной из Сталинградцев стали первыми в мире, кто объявил свои города побратимыми. У вас очень хорошие дороги стали. Это не может пройти мимо человека, который приезжает в город. И это, конечно, очень радует. Просто... Я бы сказала, небо и земля, но здесь разница между землей и землей, поэтому это очень радует. Я, к сожалению, больше пока не смогла ничего увидеть, не потому что я не заметила, а потому что я сразу из аэропорта приехала на брифинг. Но после того, как он завершил брифинг, и я приму участие в форуме, в который я приехала, собственно, будет час или два для осмотра города. Но я могу сказать, что первый раз, когда я вообще, в принципе, приехала в Волгоград, меня поразил Мамайкурган. Масштаб поразил меня в самое сердце. Я не ожидала увидеть такого, правда. Я рассказываю всем своим друзьям, почему не только иностранцам, но и россиянам, кто не был в Волгограде, о том, что это такое. Меня поразило то, как это фантастически масштабное, и я не могу сказать, наверное, правильно сейчас подобрать эпитеты, но захватывающее дыхание сооружения и композиция была возведена сразу же после войны, в тот момент, когда, в общем-то, город истекал еще по-прежнему кровью, когда еще не были не то что вылечены, рано еще кровоточили, когда не было ничего, но при этом монумент уже был создан. От этого становится просто даже не по себе. И вот это меня больше всего поразило. Но я надеюсь, что мне сегодня еще будут впечатления будет о том, что здесь было сделано. Я слышала многое, хочется теперь посмотреть.